Так, ну что же, еще раз здравствуйте всем, дорогие друзья, с вами по-прежнему Донбасс, с вами StarLadder TV, и мы продолжаем следить за аматорской серией восьмого сезона StarLadder, ну и играют такие команды, как Think Twice против команды Gods, или же Game of Darkness. Играют, ребята, Best of 1, ну и что же... На этот момент у нас в группе Г, ГЕ, точнее, ситуация следующая. Команда Think Twice сыграла у нас один матч и имеет одно поражение. Ну а команда Gods на этот момент... Где же они? Боже, я их потерял. Эх... ну, тоже вроде бы проиграли, да, они проиграли, тоже имеют один проигрыш. Ну, такая маленькая битва лузеров, что ли, будет у нас сейчас происходить. Ну, посмотрим, кто кого, и кто почем кого, вот так вот. Так, ну что же, давайте уже. Врываемся в игру и смотрим, что у нас тут происходит. Команда Gods забанила у нас Darkseer, Undying, Lifestealer и Queen of Pain. На этот момент в пике у них имеется на этот момент Timbersaw, Bristleback, Mirana и Bane. Think Twice забанила у нас Pugnu, Clockwork, Devourer и Keeper of the Light. В пике у них имеется Lich, Medusa, Londroid и Pug. Вот так вот. Ну что же, остается еще по одному бану и по одному пику от двух команд. Ну и увидим, что у нас ждет. Что и как нас ждет. Ну, команде Gods. Ну, давайте разберем их не пик быстренько. Что да как у них тут. Timbersaw отправится у нас в сложную линию, как я понимаю. Mirana отправится у нас на middle lane, Bristleback main carry, ну и Bane один саппорт, ну и пятым, мне кажется, должен залетать саппорт. Что же у команды Think Twice? Видим Медузу как main carry. Лондрид отправится у нас в сложную, Пак отправится у нас на middle lane, и Лич есть. Один саппорт, это Лич. Ну и тоже остается еще один саппорт. Ну, видим, кто это будет. Gods банит у нас последним баном такого неприятного героя, как Sand King. Да, именно эпицентра тут не хватало бы для команды Gods. Но они так подумали и решили, что... А нет. Не сегодня. Ну что же, ожидаем. Последний бан от команды Think Twice. Кто и что это будет... Я даже не знаю, хотя всякие, возможно, ВИЧ-докторы, что еще может такое со станом, хорошим станом залетать. Не знаю, Vengeful Spirit, тоже неплохой вариант для команды Gods, очень хорошо подходит для ихнего пика, но не знаю, что придумают ребята из команды Think Twice. Ну а хотя, может еще и быть, не знаю, какая-то, может, Enigma. Как вариант на массовый ультимейт. У меня есть еще такое, какое-то такое чувство, что ребята могут взять. Ну, берут Crystal Maiden. Crystal Maiden, да, очень неприятный герой, соглашусь я с этим. Ну, неприятный, но тонкий, скажем так. Джаггернаут залетает тут, ребята из команды Gods. Что? Как? Я даже не знаю, как линии будет, что ли, располагаться у нас. Ну, Джаггернаут это 100% отправится у нас, наверное, в легкую линию свою. Ну и Nature's Profit от ребят из команды Think Twice. Что-то тут не так. Ну, все же не знаю. Посмотрим. Посмотрим, как это будет у нас. Да.
Ну, как я понимаю, пак отправится у ребят на мидл-лейн. Профит пойдет у нас в леса, наверное. Хотя, может, и в других в леса пойти. Ну, короче, что-то намудрили, что-то такое тут должно происходить. Кто-то из них должен отправляться у нас в леса. Ну, команды Готс, я даже не знаю, что тут можно сказать. Как оно все будет. Да. Просто да. Ну, Бейн и Джаггернаут точно нравится. У нас на топ-линию. Мирана. Мирана. Я даже не знаю. Возможно, сложная. А возможно, как и саппорт, кстати говоря. А возможно, и Бристлбэк как саппорт. Ну, не знаю я. Ну, мне кажется, как-то Мирана больше заходит на middle lane. Бристлбэк пойдет у нас через слизь. Бить у нас как саппорт. Ну, все же посмотрим, как она будет. Так, ожидаем мы пятого игрока из команды Готс. Ну, что-то он не хочет возвращаться, как я вижу. Не сильно жаждет этого. Да. Вот так вот. Так, хочу напомнить, что мы общаемся на в чатике, точнее, на который находится по адресу twitch.tv/starladder8. Заходим туда, ну и, возможно, интересные вопросы я буду отвечать. Да, вот так вот. Также не забываем подписываться на соцсети, а именно на vk.com/sltvtour. И мой паблик vk.com/streamdonbass. Ну и будьте в курсе трансляций от ребят из команды SLTV. Ну и от меня тоже. Вот так вот. Вот так вот. Так, возвращается у нас последний игрок. Да, вот он. И не знаю, что ли. Бурные аплодисменты. Да. Да, хватит оваций. Ну что же, команда Think Twice играет у нас за сторону Radiant, Fall DQ играет у нас на Личе, на Медузе у нас играет Хаус, на Nature's Prophet у нас играет Дон Корлеонес, на Паке у нас играет Зоник, ну и на Лонруиде у нас играет РМК. Сторона Дайр, команда Готс, видимо, уже забегает на чужой лес, и тут же Хаус встрянет же. Встрянет, да, кидается сон у нас на Медузу. Сюда же Ару залетает от Мираны. Ну, это ФБ. Это ФБ забирает мейн керри. Команда Готс. Джиггернаут, вот так вот. Ну что же, представлю я Готс. ББ играют у нас на Бейне. Енот играет у нас на Джаггернауте. Санчес играет у нас на Миране. На Тимберсаре у нас играет Хардджамп. Ну и на Бристлбеке у нас играет Грей. Просто Грей. Без лишних слов. Ну что же, 1-0. 1-0 уже у нас с первых миллисекунд, секунд матча. Ну и посмотрим, как будет дальше. Посмотрим, как будет дальше. Ну, сразу же большое преимущество у команды Готс. Ну, во-первых, они убили игрока, сделали ФБ. Во-вторых, это был мейткерри команды Think Twice. Все очень просто. Вот так вот. Вот так вот. Ну что же, смотрим, как оно будет все у нас происходить дальше. Открывая крипстаты и наблюдаем. Все-таки Мирана пошла у нас на роль второго саппорта. У ребят из команды Готс Тимбер отправился у нас, видим, на
Мидл-лейн, ну и тут видим мы Бристлбека, да, просто да. Ну, я такого поворота что-то не ожидал. Ну ладно, Бристл пошел бы на мидл-лейн, ну а Тимбер на мидл-лейне это нет. Это не то, мне кажется, что-то. Так. Ну, как видим, тут у РМК вроде бы все нормально складывается. Есть уже у него второй левел, сейчас получит через пару крипков, а именно через, по-моему, три крипка. Должен получить и третий, и все можно отлично, можно идти в лес, мне кажется, все такое. Можно через доту глянуть матч. Да, есть, да, можно. Ну, заходите там по друзьям, как я понимаю. Ну и смотрите, что еще можно сказать. Nature's Profit, видим, у нас все-таки пошел через леса. Ну, посмотрим, как этот лес поможет ему, поможет его команде, или все-таки наоборот, все станет плохо у ребят из команды Think Twice из-за этого профета. Ну, не знаю. Fast Midas, как я понимаю, будет делать у нас профет, но все же, не знаю. Мне кажется, как-то Лондруид больше бы вырулил на этом лесу, хотя профет тоже может свою вырулить, видимо, уже на скалу перебрался он и начинает тут нарезать этих кентавров, захватчики, тут следопыт просто. Здравствуйте, русская комьюнити. Просто здравствуйте. Что тут можно сказать? Фрост новой, Фрост бластом, точнее, откидывается у нас Волдик, отгоняет тем самым у нас Бристлбека, чтобы он не добивал крипов. Ну, а опыт пусть получает, как я понимаю, да. Именно так решают ребята из команды Think Twice. Что же у нас на топе происходит тем временем? Да, все на своем месте. Лондруид как раз фармит, не отходя почти от Тауэра. Ну, хотя до этого момента заходит, дальше не идет почему-то. Ну, не знаю. Аура, что ли, не позволяет ему. Вера, аура и все такое. Что же у нас на мидл-лейне? Видим противостояние рейнджевого героя и ближнего. Ну, как видим, рейндж имеет свое. Два крипа добил у нас, зоник больше. Ну, а харджамп остают как раз на эти уже 4 крипа. Вот, пока. Вот так вот. Так, есть у нас второй килл, ну тут добивает Nature's Profit, разменялись с таким образом ребята, ну, Бристлбек свой сделал, он взял, убил Лича, тем самым получил левел, получил немножко денежки, ну, эта денежка, как я понимаю, опять исчезла, потому что нужно быть сильным, чтобы при смерти еще там как-то закупиться быстренько, ну, такое. Такое. Ну, пятый левел имеет. Пятый левел, тут у нас четвертый, тут у нас третий. Что же у РМК? Видим четвертый. Видим четвертый, а где его Мишка что-то забирает. Должен, наверное, да, покупает сапог Мишке. Ну и себе, наверное, сапог тоже купит или нет. Жлоб. Просто жлоб. Ничего себе, все Мишке. Ну... Если бы так страна работала, правительство в стране, ничего себе, а все людям, ну, возможно, было бы все покруче у нас. Да. Вот так вот. Ну что же. 2-1 у нас счет матча. Профет подбирает где-то ДД у нас, видимо, уже нарезает просто с руки, но, как я вижу, не сильно у него это получается, потому что нет у него тринтов, которые... должны защищать его от попадания там лишнего урона от нейтральных крипов. Ну, тут у нас Мишка превратился просто в третьего Мишку. Получил он новый скилл под названием Корни. Ну, посмотрим, как оно будет дальше. Так. Что у нас тут? Да ничего у нас пока что тут нету. 1000 у Тимбера, есть ультимейт уже, 6 уровень его есть. Пак тоже опережает. Но тут, смотрите, вылазка у нас идет на Пака. Ну, тут Бэйн с Вераной немножко опоздали. Но все же зоник идет. Он не видел почему-то этих ребят. Ну, тут минус зоник, да.
3-2. 3-1, точнее. 3-1 счет матча. Шестая минута. Ну и опять, что ли, начинаются проблемы у ребят из команды Think Twice? Да ладно. Не может быть, мне кажется. Мне кажется, не может быть. Хотя, все может быть. Вот так вот. Мирана отправляется у нас на хосте. Не знаю, почему не оставил у нас Санчес своему товарищу руну. А, там бота лобузится. Все, я... А, там ботла вообще нету. Точно. Он у нас зоник не такой жесткий, играет через ботл. Ну а пацаны, хард джамп. Нет. Какой ботл? Арканы и поехали просто воевать. Вот как она. 3-2 забирают у нас Бристлбека. Пока я обсуждал, кто самый жесткий, что покупает, точнее, жесткие. Забрали Бристлбека, но тут у зоника опять начинается, что ли, проблемы. Нет, отправляется у нас ботлом. Тут Мирана ждет. Мирана просто ждет. Когда же тут откроется тот самый момент, чтобы попасть эту стрелу у нас в зоника. Ну вот она полетела, эта стрела, но мимо. Да и шифт был у пака, так что не очень так это вот. По-жестенькому все. У нас. Опять у нас агрессивничает сильно у нас Грей. Ну, как видим, тут серьезные были проблемы у Хаоса. Такое. Нет. Такое. Так, смотрим мы дальше, что у нас тут Тимбер идет у нас ганговать. Устраивать какое-то веселье, как я вижу. Он готов устраивать это веселье. Ну и вышли вперед ребята из команды Think Twice. Фолдик. Шакрам вешивается на Фолдика. И Фолдик отправляется у нас на верну. 4-2. Тут же у нас, по-моему, по тавер должны забегать. Нет, не забегает по тавер. Ребята тут. А хотя тут вардецкий есть. Тут есть вардецкий. Можно как-то попытаться, мне кажется. Хотя, не знаю. Джаггернаут играет у нас без тапков. Без тапков, видим, Яшу купил себе, ну, он что-то знает. Так, урну купил себе Тимбер, видим, пак, 1300 есть, ну, и будет дальше фармить на дагер. Ну, я думаю, этот дагер будет скоро, если его не будет так сильно мешать. Тимерсау. Тимберсау что-то не очень хочет мешать, ну и маловатый у него Тимберчейн, так бы притянулся и нанес какой-то урон, но не сегодня. Забрали опять Бристлбека, но Бристлбек почему-то тут у нас по КД, наверное, не знаю, отдается, что ли. Профиту забрал. Профит уже, по-моему, второй фраг забрал, если я не ошибаюсь, да. Второй фраг забрал, видимо, уже имеется у него Мидас и половину... Нет, да. Ну, 2/3 ПТ летит к нему. Все очень скоро. Зима близко, как говорят некоторые из любителей сериалов. Точнее, сериала одного, но... Это уже другая история, как мы понимаем. 1700 уже у пака. Пак уже близко. Как та самая зима, о которой я чуть-чуть назад говорил. Точнее, недавно говорил. Ну... Такое. Так, что же у Лондруида? Лондруид просто, я бы сказал, неплохо себя чувствует. 26 крипов у него есть, как я вижу. Что-то зафыкачил. Ну и опять у нас убивает Тимбера. Как всегда, я пропускаю какой-то фраг. Это в порядке вещей. Это... Фу, зачем какие-то фраги? Лучше я поговорю, наверное, там. Смотрите, как тут змейка хорошо летает. И сейчас тут фраг происходит. Да, именно так оно и будет сейчас. Будет заходить под тавер, ребята из команды Gods. Видим тут крипы. Ага, тут вот так вот решил просто Джаггернаут. Проходит корни, минус Джаггернаут. Тут же Ару залетает у нас в РМК. Вешается слип на РМК. Дерется у нас Бейн, юзает стики. Ну и РМК до конца. Да, хорошо, РМК забрал еще у нас Бейна. Ну и Санчес на лоу ХП. Неужели же не будет тут телепорта у Нэчес Профита? Да, есть телепорт. Санчес закрывает Санчеса. Ну и Санчес, нет, не уходит. Он вот свой ультимейт. И это минус 3 от ребят из команды Think Twice, отдали всего лишь одного лондруида, ну и мне кажется, это уже нормальная игра
Вот ребят, наконец-то они показывают хоть какой-то уровень, а не просто отдаются по КД, как это делают некоторые. Я даже не знаю, не буду просто показывать этого героя. Ну, вы, наверное, понимаете, о ком я. Видимо, Аквилла у Медузы уже есть, также Ring of Health у нее это тоже имеется. Тут же у нас Тимбер приходит. Боже, Лич, да ладно. Лич такой просто посмотрел на этого Тимбера. Ну и что ты мне сделаешь? Так посмотрел, отошел немножко назад. Такое. Такое, такое, такое. Так, рецепт на Мидас покупает Селон Друид. Ну, это уже интересно становится, очень интересно. Нереально просто интересно. Тут у нас внизу драка происходит, наверное, или же нет. Нет, ну видим тут Профет Лич Медуза. Также тут имеется Пак. Пак, хороший Дрим Койл ставит, боже ж. И Сайленс тоже нормально залипает просто этот Пак. Ну и минус 3 делают ребята из команды Think Twice. Вот так вот. Врыв от Пака с Даггера. Ну и хороший Дрим Койл. Ну, залог успеха, что тут можно сказать. 10-5. 10-5 начинают вести ребята из команды Think Twice. Вот так вот. Вот так вот. Да ладно. Аплодисменты фальшивые. Да нет, что ты. Это у меня просто аудитория сидит сзади экрана. Поэтому это такое. Это настоящее. Все настоящее. Все, что тут, настоящее. Нигде больше настоящего нету. Вот так вот. Через Shadow Blade будет идти у нас Nature's Prophet. Видим, уже у него имеется Claymore. Ну и остается Shadow Amulet. Дофармить ему. Ну и с Мидасом, понятное дело, будет это сделать два раза быстрее. Забрали один Т1 Tower, ребята, из команды Think Twice. Ну а тут же заход от команды Gods, видимо, тоже на Т1 Tower на хардлинии под Вардецом. Это все делается, понятное дело, не так больно, как я вижу. Хотя тут Джаггернаут что-то не рассчитал, что ли, со своей силы, что ли, как я понимаю, или нет. Ну хотя тут есть Вард, поэтому сейчас быстренько он отопьется здоровьем, ну и будет все у него в порядке. Лондрид покупает себе Мидас, 13-я минута, ну... Я даже не помню, какой там рейтинг, на тайм-рейтинг на Мидас. По-моему, где-то так и есть. До 15-й минуты должно покупаться Мидас на Лондриде. В сложной линии тут же Ару летит от Мираны. Ну, тут Ару, конечно же, не один из лучших. Ну, скажем, почти близко. Почти близко, ну, не совсем. Вот так вот. Так. Что тут у нас? Медузу. Что-то какие-то проблемы начинаются. Вот Бристлбэк, как я вижу. Ну, как видим, Бристлбэк не пошел по тавер, как он, наверное, любил перед этим делать. Ну, как видим, дальше тут происходят какие-то минуса. Да, минус Жигернак, минус Бэйн, 12-5 уже у нас счет. Ну и дальше пойдут, да, дальше будут идти ребята из команды Think Twice. Просто брать и через пеньки, и через Лундрида просто пушить, уничтожать товара. Как я понимаю, да, поймали тут у нас Тимберсау, Тимберсау корни, Тимберсау таверну просто. Хороший Ару ловит у нас фолдик, именно то, что нужно, когда видишь его. Почему бы не словить, если он летит? Так, прилетает у нас Жаггернаут. Опять же, есть у него ультимейт, есть также Battle Fury, по-моему. Нет, Blade Fury, точнее. Battle Fury это у нас артефакт, а Blade Fury это способность. Вот так вот. Разъяснил я вам. Почти 2000 у Медузы. Ну и на развороте там можно убить этого Бристлбека. Раз тычечка, два тычечка. Ну и не хватает дэмэджа у Хаоса просто. К сожалению, у тебя не хватит дэмэджа, чтобы убить. Да, приятного просмотра. Так, ну, Лондрид, 1000 уже имеется. Тут с Мидасом, понятно, Мидасом, понятное дело, быстро все пойдет у нас. С фармом, ну и неужели корни сейчас прокнут? Нет. Это уже второй был, третий удар. И Т1 уже нету, кстати говоря. Где-то я уже проморгал, точнее. Не увидел этого. Минус Т3. Мирана. Ару на развороте. Фолдик, как всегда, ловит этот Ару.
Ну и без проблем уходят отсюда, как я видим. Годс тоже решают где-то что-то как-то выбить какой-то тауэр. Ну и видим, на Т1 на мидл-лейне переходят они туда, ребята. Тоже пытаются тут забрать тауэр. Но что-то я все, как всегда, пропустил-то, а? Самое интересное. Нет уже Т1 линии у ребят из команды Годс. Ну и у Профета появляется такая штука под названием... Shadow Blade, под которым он, конечно же, может телепортироваться, пушить линии, уходить в инвиз, ну и после чего... Ага, вот так вот даже. Профет. Ну, неудачно расставил он варды, но все же ушел в тот самый Battle Fury. Ну и... Таким способом он выжил. Ару на развороте дают у нас Мирана. Мирана, боже ж, как этот Профет просто бьет своим ультимейтом. Больно. Это грязь. Грязь, грязь, грязь. Тимберсау подпадает, просто попадает под корни. Ну и будет что-то делать. Ребята из команды Think Twice. РМК уже накаляет просто своим медведем тут всю команду. Точнее, двух игроков уже это точно. Ну и дальше, смотрите, проходят корни по Грею. Грей, неужели будут у него большие проблемы? Хороший дейвкоил по одному от того самого пака. Ну и все, потеряли, 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 ребята. Игроков из-за ультимейта Мираны. Ну, тем временем... Как видим, Nexus Profit фармит себе дальше, 1800 уже имеет. Штурна же у нас тут сверху, оставили Джаггернаута. Джаггернаут уже... боже, что Джаггернаут будет у нас собирать? Я что-то не могу понять. Есть у него Bolt of Strange, есть Фейзы, есть Яша. Что же будет дальше? Будет ли это Саша Яша, или все-таки, не знаю, кто-то Башер, что ли, будет? Или Bolt of Strange? Такое, короче. Непонятное. Что-то. Так, ну, до конца просто идет у нас Джаггернаут. Ну, все-таки он умирает, как видим. Хотел я посмотреть, да, вот, за Медузой. Что у Медузы? Медуза будет ли Консферу собирать? Я уже это понял теперь. Ну и сейчас пойдет купить себе Войдстоун. И будет у нее Персеверанс. Ну, после чего останется прикупить всего лишь там какие-то... Какой-то рецепт. Ну и линка готова. Способ приготовления линки от Донбасса. Да. Только сегодня. Так. Nature's Profit. Видим Staff of Wizardry. Также видим Belt of Strange. Некробук. Ожидаем от Дон Корлеонес. Будет, наверное, очень много юнитов. Как я понимаю, еще бы кто-то собрал бы. Было бы вообще просто... Просто Так, пак 1200... 2000 уже, точнее. Ну... Не знаю, Мистик Став, что ли, после чего будет у нас Хекс. Ну, посмотрим, посмотрим, посмотрим. Лич, видим, совсем скоро ожидает он то самое под названием... Миказм, которая будет лечить своих же героев. Ну, тут Санчес подобрал иллюзии. Ну, забоялся что-то делать дальше. Или не знаю, что он хотел сделать. Ну, короче, неважно. Что-то хотел сделать, но не сделал. Вот так вот. Тимберсау, видим, Бродсворд. Будет это собираться у нас Бэдмейл, потому что что-то он понял в этой игре, что... Без ботла и с одними арканами тут не выигрываешь. Да. Вот так вот. Дон Корлеонес фармит у нас уже на топе. Сейчас будет телепортироваться на ботом к своим или же нет. А ну-ка. А ну-ка. Вангую прям. Вангую. И в Shadow Blade ушел. Ну, все правильно, все правильно. Ару. Ару надо словить. Нет, не ловит Ару. Все правильно делает. Не то, чтобы некоторые, да, товарищ Лич. Лич покупает Меку. Покупает Меку. Что же тут ожидаем мы от других персонажей в этой игре? Ликансфера должна быть сейчас только у Медузы.
2400 у Лондруида, ну, не знаю, гиперстол в Кирасу, что ли, уход. Посмотрим. Посмотрим, что будет делать Лондруид. Пакевич, запакуй мне Дагон, просто говорит он. Ну и Дагон следующим артефактом будет. Что же у ребят из команды Годс на этот момент? Джиггернаут видим. Все так же, Яша, Фейзы и Болт оф Стрэндж. Дальше, Мирана. Барабаны, которые будут через 600 голды где-то. Тимберсау будет собирать у нас. Блейдмейл. Лич, видим арканы, ой-ой-ой, арканы, хедресочка и баклер, вот так вот. Наш крябл где-то. Ну и Бристлбэк, тот самый Бристлбэк, видим барабаны, видим Сейдж Маск, также видим простой тапок, вот так вот. 22 минута, по графикам видим 12 тысяч преимущества по опыту за ребятами из команды Think Twice, ну и по голдам 14 тысяч. Вот так вот. Фармите, ребята, и выигрывайте. Просто так. Бледмейл. Принес себе Тимберсау. Или консьверу купила. Принесла, точнее, себе Медуза. Так что можно убивать, унижать, уничтожать. Как-то так. Такой слоган, наверное. Ну что же, ультимейт тут Мираны, и будет сейчас заход тут, ребята из команды Годс. Тут же заход тут Think Twice на Т2 Tower. Ну, должны понимать, что крам хороший вот Тимбера, ну, не очень такой хороший, как я обдумал. Ой-ой-ой, пак врывается, ну, Дримкоил всего лишь на одного поставил на зоник. Ну и где же первый минус? Да, вот он первый минус, минус Джаггернаут, отправляется в таверну, все биты из команды Годс, также Лич, Чейн Фрост, завози просто. Минус один вот Лича делается, ну и тут еще догонит на зоник, Тыченца и еще одна Тычен. Нет, смотрите, отжирается у нас. Брейнзапом у нас Бейн, ну, просто сыграл на ура. Ну, все же, 2 в 3 подрались ребята, ну и Годс не реализовали, как можно так сказать. Это не реализовали ту самую ночь от Мираны, да. Вот так вот. 19:08, 23-я уже у нас минута. Вот этот человечек стоит. Человечек стоит в одиночестве. Ну, нужно его какой-то команде посетить, мне кажется. Ну, это многое решит, мне кажется. Ну, мне кажется, то, что мне кажется. Вот так вот. Дагон. Тот самый Дагон, о котором я говорил, появляется у Пака на руках. Что же у вот этого нет? Третий Некра, а тут что у нас? Сакрит, выход в Радианс, ну, такое. Такое. Why not? Медуза, видим, Plate of Alacrity, также видим, Bots of Elvenski. Яша, точнее будет. Что я буду называть вам? Какие-то там сборки. Вот она же Яша. Вот она Яша. В следующем Монтастайл. Потом Эншенты до 45-й минуты. Потом можно заканчивать вроде бы. Как-то так вроде бы. Какой-то гайд я такой читал. Ну, посмотрим, чей гайд будет правильный. Так. Ароу залетает у нас в Профета. Ну, тут Профет, понятное дело, уйдет. Да, испугала просто Мирана, отпрыгнула назад на липе. Ну, да, ну, какой-то психологический эффект нанесла на сейчас Профета. Ну, что тут можно сказать? Ароу просто не долетел. Бывает. Бывает, бывает, бывает. Ну, а Think Twice тем временем забирает свой... Последний Т2 Тауэр на мидлейне. Ну, его динает. Нет, Медуза разрушила. Боже. Вот так вот даже.
Ну что же, ультимейт от Медузы, ну и будут драться, попробовать как-то драться ребята из команды Think Twice, ну а Гоц наоборот просто уходит отсюда подальше. Хороший тут просто ультимейт от Лича заходит, по так распрыгался, что ой-ой-ой просто. Ну видим, тут уже минус 2 делают ребята, минус 3 делают ребята из команды Think Twice. Ну и грызут, 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 корни прокуют, да, минус Бейн, ну и остается последняя Амирана, 1200 у нее на руках, ого, ого, но все-таки вот он, Радианс появляется у Лондруида, ну, сейчас, наверное, РМК просто сам будет заканчивать эту игру. В одиночестве сам. Уже команда вроде бы не нужна. ГГ пишет, на Санчес. Ну и что же? Ну и что же? Да, выходит потихонечку ребята из команды Готс. Падает Рон, ну и первый выигрыш у ребят из команды Think Twice в группе ГЕ. Вместе пишется, а не раздельно. Так что, чтобы вы просто не подумали. Так. Как вижу, по статистике, вроде бы у всех есть фраги, так что нету никаких у нас таких уников. Ну и, как я вижу, Сашу Яшу все-таки будет... Была задумка сложить Сашу Яшу, вот, Джаггернаута. Ну, к сожалению, рецепта только не хватило ему. Вот так вот.